Дамы и господа, добрый вечер, good evening! Вы знаете, прежде чем начать шоу, мы проверяем зрение. Ну, мало ли, вдруг вам насветило что-то или еще кое-что. You know, before the show, we do a little test for you. We check your eyes to be sure you'll enjoy our show in 100%. Okay? Возьмем одного человека, проверим зрение. Take one man and check his eyes. Don't be afraid, the procedure is very simple. Some drinks with newspapers. That's all, wasn't it? Yes, come on, good evening, добрый вечер. What is your name? Boris. Boris, Boris from? Russia. Молодец. А из какого города? What town? Москва. Москва, beautiful, hello. Окей, наша команда выиграла, стала чемпионом мира, правильно, да? You won the championship prize, yes. Thank you, спасибо. Я тоже переживал. 5-4, как детей сделали. Борис, да? Борис, мы проверяем зрение. We check your eyes. Чтобы вы могли насладиться. Ну, вдруг вы устали. Хочется, чтобы мы вам понравились. Смотрите. Look, появляется газетка в руках у Дэвида, да? После некоторых манипуляций это исчезнет газетка в одном из кулачков. Ваша задача пальчиком показать, какой у руки осталась газетка. В общем, все просто. Это массаж, это массаж. Массаж. You know, there is newspaper. After some movements, it will disappear in one of the fist. Just guess, in which hand there is a newspaper? Настоящий, Борис Шнелев. Все, Беннек? Борис, у вас что-то с глазами! А вот и глазные капли от Beautiful Irina. Magic eye drops from Beautiful Irina. Take one. Берите глазные капли, мы лечим зрение. The best remedy for your eyes. Sorry, лимон, да, пардон. Лимон, да, руки же надо чем-то вытирать. Борис, что-то не скажете? Классный спич. Good speech. Кому-кому? Людям я говорю. A little speech, да. For... За нашу хоккейную команду, да, друзья мои. The Russian Champions Team of Hockey! Хип-хип! Ура! Хип-хип! Ура! Ура! Ну давайте, ковыряйте уже быстрее. Что вы стоите? Yeah! Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Yes, for Boris. Аплодисменты. Аплодисменты, Борис. Борис, вы не угадали, правильно? Не угадал. Продолжаем наше лечение дальше. So we continue. The next newspaper. Следующая газетка исчезает в руках. Смотрите, угадайте, в какой руке. У нас этих газет до утра хватит. You know, we have a lot of newspapers. Where? Где? Быстрее? Where? Быстрее, чуть-чуть, быстрее. Where? А вот и глазные капли. And now our eyes drops. From beautiful Irina. Борис, берите. Берите. Не, ну что ж, ну, да. Давайте, давайте. А, сразу, конечно. Конечно, можно и два взять, поразрать, чтобы не вставило. Что-то скажете? А это спич по пипл. Сейчас угадаю, какого тебе говорит. Ну, у вас языком знал. Может, язык придется лечить? Перед этим выполнил. Я понял, ну это так, разметку, знаете, мы набираем обороты. Да, для зрения этих авторов. Я сейчас переведу, я ее не отдам. Не спеши. Я? За кого? Пьем. За вас. For you! All people sitting here! Applause for Boris! Boris, take one! Да! Yes! Yes! Good, Ирина! Danke schön! Да, bis zum next Mal! А Mal будет через 3 секунды! Да, голову! Только не усердно! Так, Борис, вы же не угадали, правильно? Продолжаем наше лечение! Следующая газетка появляется в руках Дэвида! You know, the newspaper is disappearing. Look, смотрите. Опа, туда, сюда, тут не видели, а то не ручи. Побыстрее чуть-чуть, Борис. Шляда, шляда. Which hand? Left or right? Опа! А вот и глазные капли. And now our magic eye drops. From beautiful evening, да? Смотрите, там на солнце чуть-чуть выцвело. Борис, вы же забыли, что там находится обычно, что вы смотрите. Берите, берите, берите. Ну, помню. Ну, уже можно и забыть, да? Шучу. Давайте, что-то скажете людям? Мы не на свадьбе, мы же забыли уже. Да? Аплодисменты, Борис. Спасибо, спасибо, спасибо. Борис, вы не угадали? Нет. You didn't guess. The last test. Последний, снимай ботинок. Проверим нюх еще у Бориса. Вы, наверное, уже этих запахов, наверное, лет 20 не слышали, да? Проверьте, это не кислородная мозга, да что, не надо. Это люди отключатся.
just get the direction where it will disappear to. Угадайте хотя бы направление, в котором исчезнет ботинок. Приз. Приз, да, уже идет. Ой, ну, что вам понравилось? Второй. Смотрите, направление хотя бы. The direction, just show us, okay? Борис,